Всем привет, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня у нас Евротрек Симулятор 2. Попробую записать видосик первый раз, так что если что-то пойдет не так, вы уж на меня не ругайтесь. Значит, карта у нас называется Heilbronn Map. То бишь, это карта Германии один к одному. Давайте я вам ее покажу. Вот такая карта. Я здесь немножечко подзаработал денег. Вот такая карта. Не знаю, не маленькая, не большая. В общем, в масштабе один к одному. Я думаю, будет интересно вам посмотреть. И мне самому интересно покататься. Вот будем, сделаем первый рейсик такой небольшой. Мы поедем сегодня из города Вилсбах непосредственно в Heilbronn сам. Вот, сейчас я уже загрузился. Значит, загрузился я чем? Картонной тарой 12 тонн. Так, давайте запускать мотор. Подаем электропитание. Так, это выключим. Пускай мотор прогревается. У нас времени не так много, потому что я уже и так тут прикуривал неплохо. Значит, ссылочки на все в описании. Вот, пока что под новую версию мало чего есть. Так что катаемся на том, что есть. Откатываться назад, честно сказать, ребят, я не желаю. Такая крона, значит, колеса стоят на грузовике от 50 кеда, ссылочка в описании, резина, и резина стоит от Магнума. Вот взял такую, не знаю, какая-то прикольная резина на Магнуме от Кнокса. В общем, я ссылочку на него оставлю, и там покрышки подходят ко всем грузовикам, короче говоря. Ладно, давайте не будем долго мусолить и потихонечку проследуем уже непосредственно к рейсу. Ось поднята, так, давайте ось тогда опустим. Так, опустили. Ну, давайте потихонечку стартовать. Я, естественно, играю на руле, на своем G27, с трекером и с ручкой. С ручкой, с делителем и демультипликатором. На самом деле, я еду вот вообще первый раз в жизни с такой сцепкой. Никогда в жизни я не ездил с ней. Ну, может, когда-то что-то там тестировал. Пробовал, но это было давно, скорее всего. Так, а мы не туда поехали с тобой. А нет, туда, все правильно. Улочки узенькие. На развилке держитесь правой стороны, так. Затем поверните направо. Ребята, я прошу прощения. Профиль свеженький, ничего особо не настроено у меня. Поставил озвучку навигатора Google Map. Поверните направо. Сил 360 всего, поэтому будет немножко тяжко в каких-то моментах. Но я думаю, нам этого с вами хватит. Я не буду торопиться. Мне пофиг, если я опоздаю. Но я лучше опоздаю, чем разобьюсь. Да и, ребята, куда нам спешить? Куда нам спешить? Так, отлично. Все больше и больше на самом деле появляется карт с масштабом 1 к 1, 1 к 3, 1 к 4. Круто, мне нравятся такие карты. Так, что у меня еще по модам? У меня стоит летняя окружающая среда, тоже я все ссылки оставлю. И стоит реалистик график мод, но как-то мне не очень нравится в этой версии. Наверное, я поставлю другой какой-то мод, может быть, Next Gen поставлю. Ну и вот Сисал мегапак у меня стоит, тоже оставлю все. Вот, пока Мантега, пока Мантега, возможно, потом возьмем другой грузовик на какой-нибудь из следующих рейсов. Я решил здесь не прокачивать профиль, а просто взять его и ломануть читенджем. Вот. Ну, ребят, просто мне неохота этим заниматься, реально.
Продолжайте движение прямо. Может быть, на стримах я бы еще и занялся, но стримить я пока не имею возможность. И, честно сказать, желания тоже особого я не имею. Так что пока что видео. Пока что видео. Я думаю, к сентябрю к стримам вернемся. Будем на это надеяться, во всяком случае. У меня лично город Вилсбах мне понравился, такой интересный город, узенькие улочки, вот у нас был выезд разгрузки прикольный такой, необычно. По-моему, карта также соединяется у нас с дефолтной Европой, но я думаю, лучше, знаете, как сделать, лучше скачать мод, если он выйдет, на удаление дефолтной Европы и просто ее убрать. Ну, потому что, а зачем она здесь? Если у нас здесь масштаб один к одному, то, собственно, на кой нам лад это дефолтная Европа? Продолжайте движение прямо. Насчет DLC. Вроде как нужны все. У меня лично все, но есть такая тема, что тут... Давай. Что я затормозил, не знаю. Такая тема, что тут Прибалтика почему-то ползает. Так что тут даже можно прикрутить просто профиль, скачанный из интернета, или ваш какой-то другой профиль уже прокачан, и просто на него накинуть эту карту, и собственно все. Так, мы чуть с превышением идем. Продолжайте движение прямо. Так, все-таки я чуть-чуть еще потише. Напишите, каким вообще навигатором пользуетесь вы, какой голосовой озвучкой именно. Я пока для себя не определился, но думаю, на Германии Google именно подойдет. А где-нибудь в России будем ездить, там уже Жириновского можно подкинуть, еще какую-нибудь там нечисть. Продолжайте движение прямо. В описании так и написано: узкие места для маневрирования, больше трафика на автобанах, меньше в городах. То есть трафик у меня здесь стоит, по-моему, дефолт. Также множество указательных дорожных щитов, знаков. Можно, то есть, вообще без навигатора гонять. Но я буду с навигацией ездить, потому что, во-первых, я от Евротрака уже, честно сказать, вам отвык. Блин, смотрите, как прикольно здесь. Пока что мне нравится. Ну, может, мне нравится за счет того, что я очень давно не играл в игру. Вот. На развилке держитесь правой стороны. Затем продолжайте движение прямо. Окей. Продолжайте движение прямо. Надеюсь, вам зайдет этот видосик. Вот, мне пока нравится. Мне пока в кайф. Вот реально в кайф. Так взять аккуратненько, тихонечко прокатиться, без суеты вот этой стримовской, вот когда надо за всем смотреть, за чатом и так далее. Так что если вам зайдет, я сделаю еще несколько видосов. Но скажу сразу, выйдут они не скоро и будут... Ух ты как, смотри, подъем. Ха. У нас проблемы, Хьюстон. Хьюстон, у нас проблемы, мы не тянем в горку. Во, на блокировочках пошел процесс. Так, мы еще успеем, да? Эх, на желтый, ладно. Нас оштрафовали. Сорян, ребят, сорян. Я не хотел. Бывает. Давненько я на ТГшке не катался, это было. Мой любимый мод, но один из любимых. Один из любимых модов. Но единственное, что мне в манах вот вообще не устраивает, это то, что вот так вот все мелко на приборах, блин. Очень мелко. Вот так едешь, вообще мелкота. Помогает только вот в каких-то манах есть.
указатель скорости. На развилке держитесь левой стороны, затем поверните налево. Что-то мы все о грузовике, об игре, а вот о карте-то, блин, не говорим. Но я думаю, мы еще рейсик с вами сделаем. Вот этот сделаем. Поверните налево. Еще один, к сожалению, я не могу отследить, сколько у меня по времени идет запись. Хотя нет, я думаю, давайте для одного раза хватит вот одного рейса. Одного рейса, и, возможно, я еще сделаю вторую часть сразу. Вот, прямо сейчас. И разделим на две части все это. Так, и че? Тут красный. А, нет, это... Так, подожди, для меня зеленый получается, да? Да. Нет, на красный засчитали. Я сегодня нарушитель злостный. Злостный вообще, зараза, гад. Как вам такая сцепка? Пишите в комментариях. Немножко непривычно где-то ехать по Европе в масштабе один к одному, но это круто, что есть такие карты. Россия, юг, это все понятно, это все круто, Русмап там, Сибирь и так далее, это все, конечно, классно. Это все мы любим, но иногда нужно разнообразие. Иногда нужно разнообразие. А вот на самом деле я бы хотел видеть Манта ГЛ, малотоннажник. Правда, опять же, все упирается в грузы, в пустышки, в пустышки. То есть нужен мод на пустышки. Вроде как он есть, не знаю, на 1.35 я еще не тестил, но у меня были проблемы на 1.33, на 1.34. Я не мог разгрузиться никак. Вроде как загрузишься нормально, а разгрузиться ты уже не можешь. Держитесь правой стороны. Может, это дело в грузовике было. Ну, не знаю, ребята. Вот, кто ездит на пустышках, опять же, буду признателен, если вы отпишетесь, как у вас с этим делом. Получается, не получается. А так, можно сделать рейсик на пустышечке где-то прокатиться. Продолжайте движение прямо. Это для меня, честно сказать, непривычно. О, косяки. Косяки, косяки. Зафиксировали. Но это мелочи жизни. Это только я, наверное, заметил. Любой другой человек вряд ли бы даже разглядел. Я ж люблю растительность разглядывать всякую. Так, я еще должен выехать. Сорян за минус уши. По карте смотришь, кажется, что недалеко. На самом-то деле, нифига. На самом-то деле, далеко. Как же я мог не засечь время? В следующий раз я постараюсь засечь время. Ну, действительно, да, я думаю, хватит одного рейсика нам. Потому что вот сколько? 9 километров еще осталось. Но это мало. Но от мана я всегда кайфую, кайфовал и буду кайфовать. Тем более с БДФом я никогда не катался, для меня это тоже интересно. Но, блин, как прикольно там парковочка. Но пока особых сложностей я с этим не вижу. Пока что для меня легко дается, тем более наша ось... Она опускается. То есть наш ленивец, он... Фу, не то сказал.
Поворотная ось у нас, короче говоря. Наш ленивец — это поворотная ось. Вот. Я извиняюсь, заговариваюсь немножко. Такие дела, такие дела. Так, нас предупреждают о том, что мы едем с высокой скоростью. Надо бы поменьше. Удобственный, удобственный этот навигатор. Прям вообще большой, красивый. Все видно. Но минус такой, что если столик убираешь, то он вообще смотрится божественно просто. Так, круизик поставили. На 80 как раз. Все, ноги можно в окно. Так что, парни, качайте, катайтесь, смотрите, пишите комментарии. Есть у меня еще пара идей на эту карту, что здесь можно покатать, какой можно грузовик, прицеп и так далее. Так что будем посмотреть. А мне нравится. Мне реально нравится. Я так понимаю, у нас в игре вот сейчас, когда едешь с БДФом, у нас грузится только прицеп. То есть сам тягач, что у нас не загружается. Может быть, когда-нибудь это и поправится тема. Но пока как есть, как есть. Так, бак у нас полный. Все у нас вообще окей, все у нас хорошечно. Пока что ждем обновлений, модов под новую версию. Вот июль месяц я буду отсутствовать, буду просто выкладывать видео. Сейчас вот я снимаю, наснимаю несколько видосов, немножко, но хоть что-нибудь я наснимаю. На развилке держитесь правой стороны, затем сверните на съезд направо. И буду потихонечку их выкладывать, за месяц я их выложу. Сверните на съезд направо. Хорошо. И надеюсь уже вот к августу, к сентябрю карты обновятся, наши любимые Юг России, Русмап, там Промоц, Сибирь и все, на чем мы катаемся. Через 200 метров поверните налево. И постараюсь к стримам я все-таки вернуться, потому что иногда порой хочется потрендеть. Поверните налево. Покататься, да, что мне сказать-то или нет, ты Google. Ага, вот, Хейлброн. Давайте поглядим. Пока что еще автосалоны не успел открыть, так что надо автосалоны открывать. Вот, и смотреть грузовичок какой-нибудь под следующий рейс. Смотреть пожарная часть. Скани стоят. Ну круто, круто. Да, масштаб ощущается. Масштаб ощущается все-таки.
я бы не сказал, что очень пустовато. Вот как-то все равно облагорожено у автора. Трава там дальше то ли не прогружается, то ли ее нет. Но от этого хуже-то не становится. Продолжайте движение прямо. Пейзаж меняется все равно. То есть пока что, как я вижу, то что неоднообразно все-таки как-то. Ой, вот это, ребят, я даже читать не буду. Он-то. Ладно, все. Сказал не буду, значит не буду, потому что мне не прочитать все равно. Если то, что нам сейчас в данный момент дано, я еще могу прочитать. Не длинные названия городов. Но вот то, что там было, не-не-не. У меня с английским плохо, а с немецким-то вообще никак. Да, силёнок маловато, ману. Можно подкинуть поболее. Но также интересно, когда сил мало. Никогда просто тапка в пол и пошел. Мне так интересно. Грузовик-то все равно такой в духе тех годов, 90-х. Все-таки не новый уже. Но круто вообще, что Мэтстер хотя бы занимается им, хотя бы его просто адаптирует. Это уже хорошо. Так-то тягач, ну, уже полностью готовый. Ну, что тут еще? Ну, разве что какую-то косметику где-то можно доработать. Каких-то вариантов тюнинга накинуть. Так он уже много чего с ним сделал. И тут и так тюнинга на самом деле много. И мне этого хватает. Ну, конечно, хочется, вот не знаю, хотя бы вот, чтобы текстурка сиденья какая-то другая была. Ну, вариантом. Чисто вариантом. Что-то, не знаю, какие-то коврики, как у Вадика в Дафи, например. Пацаны, мы приехали. Да, я думаю, этого видоса хватит для первой серии этого рейса. На развилке держитесь правой стороны, затем поверните направо. Оки-доки. Поверните направо. Навигация здесь работает, кстати. Вот смотрите, похоже на наши хрущевки, да? Но это нифига не хрущевки. И что мне здесь еще нравится? Метров, поверните направо. То, что как и написано, поверните реально. Направо. Да господи, я понял. Есть узкие места вот такие. Где-то, видите, фуры, да, и немножко неудобно заезжать. От этого сложнее, от этого интереснее только интереснее. Ну, кому-то, конечно, там не в кайф это все. Мне лично это по кайфу. Вы прибыли к месту назначения. Так, мы заедем. Мы должны заехать по-любому, походу. По-любому мы должны заехать. Смотри, он не тянет нифига. Так, братан, давай попробуем. Если нет, то нет. Придется блокировку включать. Не, ну вообще, как будто мы в что-то вперлись, но нифига. Тихонько. Так, по зеркалу. Не люблю я, конечно, это зеркало, не привык я к нему. Мы реально уперлись во что-то? Да нет. Давай, ман. Ты чё, ты же ман. Миша, всё фигня. Давай по новой. А он у нас и назад что-то плохо тянет. Слушай, в чем проблема-то? Я сейчас сцепление держу наполовине. Да блин, мы так тягач угрохаем с вами.
Смотри, я сделаю так. Я сейчас приму вправо. Попробую принять вправо. Давай. И вот так вот сделать. Нет, смотри, я опять не подлезаю. Вот они, узкие разгрузки, реально. Все как все написано по правде. Это, конечно, тоже опасно делать. Опасно, опасно, но мы русские в Германии. Не буду вообще шутить, конечно, на такую тему. Ладно. Окей, давай попробуем разгрузиться. Все-таки у нас на прицепе нету никаких поворотных осей, ось у нас не крутится, и мы должны заехать задом. Я думаю, у нас с вами получится задом заехать. Никаких стопоров тут не надо дергать. Нет, это, ребята, от того, что мало сил, мало сил. Мало сил, надо побольше ему. Все-таки карта, вот видите, такая, с узкими местами, с подъемчиками в некоторых местах. Тут я, конечно, совершил ошибку. Ну и все, он у меня сам едет, я просто даже сцепление держу, и он сам заезжает. Ну, давайте поможем ему. Я надеюсь, разгрузится. Разгрузится. Глушим. Мы приехали. Ну что ж, господа, ждем обновлений. Ждем адаптаций под новую версию. На этом я с вами прощаюсь. Всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, вам видео зайдет. Мне лично понравилось. Постараюсь подснять вторую часть. Так что лайки ставим, подписываемся, вступаем в группу ВКонтакте. Все. Всем огромной удачи, всем счастливо и пока.